Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть на группу под названием Зуба. И сегодня будем играть на Льве Диким. Будем выполнять на нем супер квестик, который мне как назло выпал в Battle Pass. Убить одну Джейд. Короче, это будет нереально сложно, потому что у нас сейчас легкие бои. Либо играть в командных, либо легких, то есть вариант, ну, один нужно выбрать. Плюс давайте откроем сначала сундучок небольшой за Battle Pass. Вдруг что-нибудь выпадет. Ага, как раз на Льва выпадает. Типа, бери прокачи, да? Ну, тут еще есть другие награды, но толку от них, что я их буду сейчас забирать, в принципе, никакого. Пока что нету. Кстати, если вы посмотрите, Battle Pass у нас, да, 12 дней. 12 дней. И видите здесь, какие билетики дают. Ну, билетики, кстати, не до конца дают. Билетики дают вот до этого момента, до 27-го тира какого-то. Вот такие коричневые. А у нас ивент на коричневые билетики закончится через 18. Ну, как раз 2 недели, да, в принципе, можно добить. Такс. Берем Дюка. И идем в соло бои. Я специально взял косточку. Вот думал по поводу зубом эфира, оставлять, не оставлять. Так, все равно бой, да. Думал. В итоге решил оставить. Ну, у меня был вариант либо взять укол адреналина, чтобы выживать, либо оставить зубы вампира. Но я решил оставить зубы вампира. Ну, вы посмотрите, а. Ну и как против этой Джейд играть? Увидите, а. Ну, как назло, кстати, можно выполнить сейчас квестик на Джейд, да? Жираф. Жираф не мешает, капец как. Сейчас я попробую убить, если застаню. Не, ну увидели, а? Е-бой, ребят! Сложный квест! Выполнил первую секунду. Бежим за черепахом. Кидаем стан. И добиваем. Шикарно, просто! Первая минута боя, и я уже выполнил квест. Как же мне повезло. Как же мне повезло просто люто. Увидели, да? Это был кайф просто. Так, сейчас отхиляемся. Я знаю, там жираф 10 уровня. Возможно, этот, вот этот китаец жираф более высокого уровня. Возможно, это не точно. О, легендарная граната, понимаю. Странный жираф, конечно. Нифига попасть не может. Ну, бас какой-то, по-любому. Я поубегаю от него, мне нет смысла с ним драться. Побегу через лед сразу на кусты. Ну, потому что другого варианта, по сути, нормального нету, более нормального, да? Через лед на кусты, к сожалению. Главное, жирафа сейчас подальше убежать. Суть в том, что с жирафом драться нет смысла, потому что он дальник, я ближник, тем более на льве, да? Нужно, в общем, тянуть время до конца зоны. Сниксон, видите, у меня сейчас full хп, у меня только лута немножко не хватает, да? В принципе. Блин, Сниксон, конечно, драться не очень удобно. Он хоть и нубас, но меня еще пингвин здесь немножко напрягает. Ну, в принципе, сейчас отхиляюсь, мне найти лук получше. И, в принципе, это все, что мне нужно для победы. Жираф, конечно, будет напрягать очень сильно. Зона, конечно, в центре, чтобы жирафа победить. Легко, понимаю. Жизнь боль, чем. Так, здесь у нас Брюс, но у него лука нету, поэтому идем дальше. Пингвина можно убить, в принципе, есть. А вот серебряный лук, в принципе, все. Фулл серебряный затар есть, две птички есть, армор есть. Что еще нужно? Нужно только дождаться, когда зона сблизится, и убить жирафа. И считайте, топ-1 у меня в кармане. Квест я выполнил, поэтому все идеально. Даже, может, командный сыграю. Блин, я после вчерашних каток на командных боях так горит. До сих пор ощущение того, что я сейчас туда зайду и буду только проигрывать. Поэтому лучше подожду еще хотя бы пару дней, пока все неадекваты куда-то денутся, надеюсь. Брюсик здесь у нас мешает мне. Почему жирафа никто не бьет больше? Капец, ребят, ну вы видите, да? Ах ты. Я, короче, за этот фонтан побегу. Пусть они между собой дерутся. Похиляюсь. У меня все равно шансов нету против двоих или. Блин, ну вы видели, да, жираф просто как он нагло. То есть его сзади фламинго стреляет, а ему пофиг на меня. Он стреляет в меня. Ну, увидели. Он меня вынесет, я 100% в этом уверен. Как бы, поэтому особо не парюсь. Ну, второе место, так второе место. Что я могу сказать? Что есть, то есть.
Ну, я пытаюсь что-то сделать. Но тут без вариантов. Тут просто без вариантов. Фламинго почему-то не смог жирафа убить. Ну, потому что, ну, бас на фламинго, по сути, играет. Ну, тут жираф был заряжен. Видите, ребят, три артефакта у него было чисто на урон. Ну, хотя, я скажу так. Фламинго я бы вынес его. Восьмым фламинго я бы вынес этого жирафа. Девятым спокойно. Десятым вообще на изи я бы с двухшота его убил. Но этот фламинго почему-то не смог. Почему? Непонятно. Кстати, да, вот смотрите, тут жираф, ну ладно, он там высоко, не будем собираться. Квестик я круто, что выполнил сразу, но надо еще глянуть сейчас квестики. Чтобы не меня... Знаете, опять Джейд прибежала. Мне, походу, сегодня везет на квестики с Джейд. Прям, знаете, бегут они ко мне, прям чувствуют, что вот надо прибежать. Это что, орел? Орельчик, орель. Тинь. Уйти какой, а? Ну, Басик, надо было взлетать. Но он почему-то не взлетел. Ну, как говорится, его выбор. Джейдушечка такая бегающая. Их, не достали. Ну, бас. Не, ну вы видели, а? Вы видели, а ну блин. Если бы я не остановился на миллисекунду, я бы достал до нее. Ладно, не суть. Ну, теперь в этом бою точно жираф уже не победить. Надеюсь, кстати, это не тот жираф. Боже. О боже, этот Никс, это, конечно, вообще. Давайте отойдем чуть подальше, чтобы он меня не видел своим радиусом обзора, да? И похиляемся. Мне, в принципе, не важно, что меня Никс подамажил, по сути. Мне теперь важно, чтобы найти еще одну аптечку и найти еще лук хороший. Можно, в принципе, пойти назад немножко, поискать там противника. Жирафа я до сих пор не видел в линейке вот этих событий, да, которые там кого-то убивают. Ну, либо просто не обратил внимания. Надеюсь, его убили. Надеюсь, это не тот жираф, который в прошлом бою был. Никс добил мою Джейд. Ну, конечно, что ж ему остается. И аптечку с нее забрал. Потому что он быстрый, потому... а я не он, как бы говорится. Босс там играет на скипике, убивает всех. Убил пингвинка. Ну, со скипиком проще драться, я его могу шотнуть. В этом плюс. То есть, если брать пингвина, то пингвин может мне реально очень много проблем создать, и я его, возможно, не смогу вынести. Ну, а кролик, он полегче в плане того, что он тебя никак не замедляет, не отталкивает, и как бы... Просто главное в него попасть. Ультой, и, в принципе, дальше уже дело техники. Раскастоваться, и все. Ну что, зона 5 в центре. Удивительный рандом, да, две катки подряд зона в центре. Конечно, а че нет? Не горит вообще ни разу у меня. Ну что ж поделать. Вот такие вот заразы. Так, сейчас надо короля словить. Он что, сюда упрыгал? Ой, какой-то странный кроль. Понял, что не выиграет, убежал, понимаю. Ну не, ну адекватно что. Я бы тоже не дрался со львом в кустах. Это бред. Боже мой, вы смотрите на этого Никсана глава. Хиляемся, чё? Мне не спешить некуда. Мне нужны косты для того, чтобы получить хотя бы какое-то максим... Ну, последнее ускорение. Тахип. Вот же кроль, вот же горит у меня с тебя. Ну вот как играть, а? Вот меня удивляет. Да, а что это было? Это что, у короля отбрасывающая граната? Серьезно? Или как? Я просто не понимаю. У меня аптечек нет, ничего нет. Да, у него реально отбрасывающая граната. Это животное играет с отбрасывающей гранатой? Серьезно? Серьезно, отбрасывающие гранаты? Серьезно, отбрасывающие гранаты, понимаете, ребята? Минус кроль. И минус я, походу. Не успел немножко, помешала мне то ли граната, то ли зона. Ой, просто. Просто кроль с отбрасывающими гранатами. Не могу сказать, что это прям плохо для него. В принципе, свою мету, наверное, оно выполняет. Но это, наверное, не то.
наверное, на мой взгляд, это не то, что нужно королю. Ну, на мой взгляд. Чисто на мой взгляд. Субъективный, конечно. Но все равно я считаю, что для короля отбрасывающие гранаты, ну, это не тот артефакт, который стоит брать. Потому что у короля должны быть артефакты совсем другие. Где мой кролик? Где мой кролик красивый? Вот он. Это вот это вот. Это вот это вот. Ладно, последний артефакт можно заменить, да, нитродробовик. Вот сейчас глянем, кто, как топчики берут на короле, что они берут. Смотрим. Раз. Смотрим. Два. Ну, понимаете, бицепс это must have, да? Смотрим три. Ну, вот этого я не считаю хорошим артефактом. То есть, по сути, берут одно и то же. Одно и то же берут, и отбрасывающие гранаты это такое. Это даже не стоит брать, на мой взгляд. Это просто бред для короля. Ладно, давайте еще одну катку на льве скатаем. Попробуем взять там топ-2, топ-3, топ-1. Чтобы добить 1100 рейтинга хотя бы. Так, ну что, у нас тут, кстати, неплохой дроп сразу выдают. Спасибо, спасибо, я доволен. Сейчас пойдем убьем бота сверху. И, возможно, еще какой-то голд на себя возьмем. Ну и можно опять драться с топ-1. Легендарный бот и белокула, понимаю. Сразу можно на стане ускориться. Прикольное ускорение, кстати, у льва. О, серебряный дробовичок, неплохо. И ботик тут с серебряным луком. Видишь, вы мои какие хорошенькие, а? Люблю вас, ботиков. А забить меня зачем было? Надо сейчас похиляться, наверное. Ну, мало ли, как раз этого хбшки потом не хватит, чтобы победить в каком-то бою. Не, любую надо какое-то ускорение, по-любому, замутить. По тульты, чтобы было побольше. Ну, чтобы он чуть-чуть динамичнее, но был все-таки. Ну, почему копье? Ой, дискриминация львов. Блин, не достал. Обидненько, что копьецо дали, хотел я себе что-нибудь получше. Посмотрите, сколько здесь серебряных луков, как копии там. Три копья, по сути, валяются. И никому они не достались, кроме меня. Эх, везучие. Но это уже другое, это не с отталкивающим. Он вообще адекватный? Да. Кроль, конечно, вообще в этот раз попался. Но смотрите, какой с него дроп был. И аптечку принес, и капканчик, и два золотых дропа. Ну, хорош вообще. Как и говорил, зайдем сюда, получим золотой дроп. Не ошибся. Так, ну что. Зона идет куда мне надо, наконец-то. Но это еще не все. Для того, чтобы нормально отыграть, нужно до последней точки, это кусток, дойти нормально. Поэтому пойдем мы через вот эту вот прекрасную постройку, называется она рыбный магазин, наверное. Ну, рыба, либо рыбный ресторан, морской ресторан какой-нибудь, фиг его знает, как это называется. Не суть. У нас пиццерия, как я понял. Да, вот пиццерия, значок пиццы. А это у нас кофейня. Ёп! Я только сейчас понял, что у нас магазины стоят, типа пиццерия, кофейня, рыбный магазин. Нормально. Так, ну что, видите, здесь золотое копье лежит, скорее всего, там никого нету, значит. Можно сюда сбегать, посмотреть, на всякий случай. Итак, зона сближается, будем сейчас аккуратничать, потому что... Хоть я сейчас и, в принципе, офигительная ситуация на победу, но проиграть я могу. Если меня запокусят, к примеру, два игрока, там, или три даже, возможно. Плюс меня могут дальники просто уничтожить, там, типа панды, типа жирафа, типа фламинго, ну, вы понимаете, да? Поэтому надо играть очень аккуратно. Там Брюс. Не знаю, какого левела Брюс, поэтому тоже пока что аккуратничаю. Ну, просто хочу топ-1 забрать, и все. А то из этих жирафов и кого там... Кто мне в прошлом катке бил? Не суть, ладно. В общем, из-за чего-то всегда проигрываю. Так, ну что... Три противника осталось. Они сидят в этих кустах все вместе. Сейчас я одного спугну, по-любому. По-любому сейчас спугну кого-то. Ну, погнали бугать, короче. Бу! Ёпта. Понимаю. Понимаю. А как ты меня... Боже! Не суть, ребят. Я просто похилялся, как бы, да? Своим этим... Ну, я похилялся, в общем, своим, блин, забыл, как называется. Ну, короче, я нажал хилку, она не нажалась. Меня скипик убил дробовиком, хотя я был не в зоне радиуса его доставания. Плюс я был... Ну, в общем, короче, там много причин было, по которым он меня не мог никак убить, но...
каким-то чудесным образом он в меня попал. Это было невероятно. Плюс они один 12 уровня, другой 11. Я когда видел Брюса 12 уровня, когда на него стан не прошел, я уже все тогда понял, что все закончено. Топ-3 так топ-3. Но ожидал, что смогу вытащить на топ-2, но просто не повезло. В топ-2 чисто. У меня было две птички, я должен был спокойно хиляться. Или одна? Нет, две. Я одну с бота, одну с кипика достал. Я там спокойно выживал, но не получилось, не фартануло. Ладно, ребятки, будем на этом заканчивать. Сегодня вот такие каточки получились. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Ну это все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.